Всем привет, привет, туп солнечный. На проводе мальчики, девочки, мужчины. Прошу прощения, я вчера опять, да, это самое, нажала не туда, и видео пошло, да, на замедленной съемке. Я в хозяйственной бегу, мне надо быстренько забежать в хозяйственной. Мне нужно купить дезик. И это самое, нужно сестре еще один скотч купить. Последний. У меня есть. Он не открывается, я ногтями не могу его открыть. Она со своей сумкой. Сейчас приедут за посылкой. А я прям вот-вот-вот-вот-вот прямо до меня. Еле-еле я успеваю. Все, посылки сдаю. Протираю там пол под посылками, потому что полы у меня помыты. Протираю там пол под посылками, девочки. Ой, как же вы все время правы, девчонки. Как же с ней удобно, что она маленькая. София сказала, мама, София, я взяла сумку маленькую. Говорю, это самое. Я буду за нее бороться, буду отстаивать свои права. Она говорит, нет, мама, я хочу теперь маленькую. Я говорю, София, ты меня так не пугай, Масимина мы. Еще у нас перегорела лампочка. Саша вчера вывернула лампочку. Попробовала. Я говорю, зачем ты ее выкинула? Я не знаю, какой там рубец на лампочку. И вот я прохожу около этого магазина. Можно было бы купить. Чао, чао, чао. Бене, бене, ретурно в ферму. Я говорю, сейчас я на обратном пути остановлюсь. Давно мы с ним не разговаривали. Так. Маска. Вот здесь такой дурной этот, не перекресток, а треугольник этот. Если бы я водила машину, я бы на нем встала бы и не знала, как что делать. Так, маску одеваем. Быстренько в хозяйственный и домой. Ну, сейчас мне с лампочкой делать. Сейчас куплю Данику. Так. Оп, переключаемся. Зашла, купила. Дезики мне нужны были. И тут я одному пойду покажу. Мне надо в беде. Что-то беды у нас забилось, Саша, что-то. Или, Саша, что ты там делала в том беде, что все забилось? Так, все, успела, даже время осталось. Настроение нормальное. Сейчас посылку все поставлю. Салфеточки купила. Знаете, такие маленькие, по 90 копеек. Чтобы сумку можно было бросить. У меня были чуть побольше. Я меняю Саши. Я купила еще одну. Сейчас София говорит. Саша говорит, меня София забрала. Я говорю, да что ж это такое, что ж она все забирает. Хапуха такая. Что ж это? Я не знаю, как у вас. Мне уже два человека за цвет волос сделали комплимент. А мы все в комментариях. У нас этот вопрос все время на повестке дня. Мой цвет волос. Все время на повестке дня. Я не прячусь за этим образом. Я не прячу там никакие свои поражения, падения. Просто мне нравится. Я же вам говорю, душа не стареет. И тело тоже. Единственное, что рожа немножко. Но лицо это последствия нашей жизни. Девочки, смотрите, какое красивое. Выбросили фиолетовое кресло-диван. Видите? Так. Домой упаковать посылку. Последнюю. И потом мне надо сходить в продовольственный магазин. Купить что-нибудь. И потом поедем по делам. Сегодня должна была поехать Карла. Он мне вчера позвонил. Должна была поехать Карла. Он мне вчера позвонил. Это он приехал в воскресенье. Понедельник был дома. Вот. И такой. Я за того завтра приеду. Ну, я же уезжал, там все побросал. У меня не убрано. Поможешь мне. А сейчас звоню, он говорит, ну, приедешь, поубираешь, я потом тебе домой отвезу. Я говорю, сейчас. Я говорю, слушай. Во время потихий час, говорю, я убирать не буду. Сам берись как-то там. Ну что, по такой жаре. Ой,
меня животик начинает бурчить. Я кушать хочу. Так, ладненько, сейчас быстренько. Что я купила? Как раз я в Зару заеду, сниму туда пальто. Отвезу. Посмотрю, если они найдут мне побольше размер, как они говорили. Если нет. Там кто-то написал, говорит, Марина, можно же было на сайте. А я как-то... Я не записана у них на сайте. На Заровском. Это София там что-то это. Так. Сейчас я руки помою. Да не, вы что, я не поеду, чтобы поубирать там и это. Так. Я сестре взяла такие вот духи. Сейчас покажу. Ну, сестре, племяннице, они там. Я открою, покажу, потому что бутылочка очень красивая. Как они запечатаны. Ну, я не думаю, что она обидится, что я показала. Выдохнется. Красоте. Такой, знаете, туалетная вода, она каждый день побрызгалась. Сейчас жара такая. Приятно пахнет. Сейчас я посылку брошу. Лампочку я взяла, зашла все-таки в магазин, сказала, говорю, я не буду выкидывать корешок, говорю, если не подойду, приду, поменяю. Сейчас я залью биде, мне нужно залить. Я брала туалетную бумагу. И дезики, которыми мы постоянно, мы пользуемся только этими дезиками, и дезики я брала, все. Очень... А, это там еду, сейчас я быстренько. Еды, да, что купила, лампочка не подходит, пойду менять. Я изнасиловала просто этот скотч, да, неузнаваемость, просто, да, неузнаваемость. Я еле его открыла. Так, одна посылка, вот сейчас я ее бинтовала, а три у меня уже были собраны, раз, два, три. А это посылочка, это. Ну, жду, сейчас должны приехать. А там у меня, получается, пакет с пластикой. Ой, блин, вот это же я и стояла, крутилась. Я пластиковые пакеты забыла купить. Ну, ладно. Поэтому, видите, я в маленький собрала его и даже не убирала его в этот. Раз, два, три и четыре. Ну, вот это вот полегче будет. Посылочка полегче. Ну, как пахнет парфумчик. Дверь у меня открытая. Туда, и с нее тоже летит и пыль. И комары летят, но зато здесь она создает эффект сквозняка, сквозняком вытягивает. Говорит, врет, говорит, постоянно, говорит, ничего не рассказывает. Ну, во-первых, чтобы не сглазили, что ж рассказывать на половину дела, даже не иначе там, это во-первых. И говорит, и Саша у нее постоянно в бассейне, ну так Саша в бассейне. Саша ездит на море, Саша ездит в бассейн, на улице лето. Саша спит плохо, что она спит все время. Саша ездит в бассейн, что она все время в бассейн. Ну, лето, молодежь развлекается, что им делать остается. Ездит в бассейн с друзьями. Нет, значит, ездит на море, вон у нее зонтики там лежат. Она зонтик с собой возит, и они ездят на не на платный пляж. Такие какие-то вопросы интересные. Говорит, брешет, а где Саша, что, замуж вышла? Я бы вам сказала, я бы 300 видео сняла, что Саша... Замуж вышла. Что ты? Что ты боишься? А? Дуралей. Дуралей. О, какие шапки, девчонки. Какие шапки красивые. Прям уже устал. Смотрите. Какие шапки шикарные. Видите, это вот какое-то уставшее. Это тоже какой-то гибридный, видите? А это вообще, что попало. А у меня не... откроется? Откроется. Потому что у меня же там антенна, у меня раньше Sky был. Потом Sky сняли. Потом у меня были русские каналы, были на кухне. Потом деревья разрослись, как сказала Карло, и перестала работать пристройка. Мы приделали антенну Клеопатре сверху. Другую параболу. Вот, и так и все. А оказывается, я так думаю, что это не русские каналы, а просто сама... коробка не работала. Он еще когда уезжал, там на видео есть, как он ее пихал. Я говорю, да это мое. Я ж... Нет, это мое. Я говорю, да это я покупала. Ну вот. Ну пусть так будет. Пусть будет так. Подожду пока тогда это самое. Потом магазин откроется, вечером схожу. Поменяю лампочку. Потому что я говорю, дайте мне стандартную. Я говорю, если что, я поменяю. Саша, звоню спросить, куда ты положила лампочку, которая... Так, это мне понадобится. Сандали мои я постирала. И подошву, и все. Ничем не воняют, не пахнут. А как
ехала в поезде, что настирала. Так, скотч мне больше не нужен, получается. Ну, жду сижу, потому что позвонила, посылку должны были по одно время забрать. Я звоню, мне там никто не отвечает. Саша не отвечает, спросить за лампочку. Куда она эту лампочку положила, я не вижу. Это же тоже не дело. Все, день вот так вот разбитый, я никуда выйти не могу. Мне идти надо, у меня дела. Но я никуда выйти не могу, потому что мне надо посылки уже сдать. И со спокойной душой, это во-первых. И идти покупать, в город ехать по своим делам. А, вот. Потом приехать, идти еще за посылками. София меня к себе зовет уже. Сколько времени она меня зовет, я не могу никуда до нее доехать. Все дела это. На смарку. У меня холодильник пустой. Вот. Классная песня. Ну, а Карло, я же говорю, Карло, я не поехала, потому что это меня надо забрать, потом меня надо, так это надо сразу разложить по этим нитки, это все надо убирать. Или там что-то черное у меня зашить было. Белое у меня зашить, а это что? А, да, пришить это. Что я приеду? На полчаса приеду, поубираю, как сумасшедшая опять, вся взмыленная, поеду домой. Что это такое? Я говорю, ты как-то там себя в порядок приводи с мыслями. Совсем, потому что одна беда не приходит. Начались там проблемы всякие разные. Знаете, сегодня последний день он отдыхает. И завтра на работу ему. Мог бы с родителями побыть, с матерью, с сестрой подольше. Но он специально уехал раньше, потому что с Марией, чтобы в машине возвращаться, чтобы не самому машину вести. Вот, вы поняли. Блин, последние зубы. Ой, это вот ждать, это нечто. Вот это ждать. Все стоит, и ты ждешь завтрашний день. В иголку попасть. Так вот у вас весь день получается разбитый. Я терпеть, если я опаздываю, я позвоню и скажу, я опаздываю там, или я не могу, у меня там что-то поменялось, но я предупрежу, позвоню, смс напишу, понимаете? А вот так вот, когда во сколько ты, я вас, ну я тебя буду ждать в час, хорошо, в час. Вот так вот час, понятие для каждого растяжимое, понимаете? Сейчас сорочку зашью эту. Симочка, сидишь? Только что давала им кушать, они консервы. Вот мне за консервами котам идти надо. Воду надо было. Потому что мне Карл говорил, говорит, я на машине. Это. Я говорю, если ты на машине, я говорю, то тогда я воду привезу, когда, как в тот раз, говорю, хотя бы там три упаковки. Он такой, да-да-да-да-да. А потом, не, ну и это самое, я ж приеду и... потом тебя привезу. Я говорю, не-не-не-не, ты что, у меня, говорю, дела, говорю, своих вот так вот. Я говорю, не, у меня так не получится, у меня свои действительно дела есть. Мне по делам сегодня в центр. На велике, естественно, поеду. Но опять же, я не уеду до тех, как здесь? Я не уеду до тех пор, пока не дождусь за посылками, когда приедут. Понимаете? Так, не стой пузом вперед. Дурная привычка стоять пузом вперед. Так что, девчонки, вот так вот. Перезванивай мне, никто не отвечает. Так, ладно, еще раз позвоню. О, все, зашила. Все. А что я зашила? А, да, зашила. Да вот с этим халатиком, в котором Саша иногда ходит. Просто что здесь ручки регулировались, а я так зашила, по-моему, они больше не будут регулироваться. Но мне надо, да, видите, оно регулировалось, а я так зашила, что все. Ну и не надо, я буду носить еще. У меня не надо регулироваться. Нет, девочки, я что-то не то зашила. Что-то я не то зашила вообще. Легче выкинуть, наверное. Короче, вот так надо зашить и все, ладно, потом тогда.
Тогда оставляем на вечер, потому что сейчас нет, сейчас за посылками приходят. Симончик, ты сидишь, мы, что ж ты там все смотришь, мой красопеточка? Красопеточка мой, что ты там все смотришь? Тут что-то волк бросит. Зашло кататься. Ждать терпеть не могу.